Объединить прогрессивную молодежь на одной площадке. В Карабудахенском районе стартовал международный форум цифрового будущего «Риф Кавказ плюс Каспий». Гости и спикеры мероприятия, руководство Дагестана и профильных ведомств с КФУ, а также представители крупных российских IT-компаний и соцсетей. У форума насыщенная образовательная программа, ожидается ток-шоу в прямом эфире, гостями которого станут сами участники. Трансляция пройдет на площадке соцсети «Одноклассники». Ну а вечером состоится чемпионат по киберспорту, затем соревнования на лучшее пилотирование квадрокоптеров. Кроме того, МФЦ презентует свою информационную систему, которая стала лучшей по итогам всероссийского конкурса. Будет установлен выездной мини-офис для оказания госуслуг участникам. Обо всем подробнее мы расскажем в наших следующих выпусках.